Среди юниоров тренируют под руководством Саввина, Захарова и Макарова. В синем углу ковра А отдыхает Алексей Кабулов. Мастер спорта России, призер первенства России среди юниоров, тренирует под руководством Филиппова в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки Республики Саха-Якутия. На ковре Б продолжается поединок борцов весовой категории до 79 килограммов. Вторая встреча. Борьба за выход в финал. В красном Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, Василий призер первенства Республики Саха-Якутия. Борьбой занимается в Республиканском центре спортивной подготовки. Тренеры Корякин, Захаров. В синем Ачир Даржиев, Республика Бурятия. Спортсмену 25 лет. Ачир – мастер спорта России. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Борьбой занимается в Республиканской школе Олимпийского резерва. Тренер Зарикто Меньшиков. На ковре борьба за выход в финал. Борцов весовой категории до 79 килограммов. В красном Василий Кириллин, Саха-Якутия. В синем Ачир Даржиев, Бурятия. А на ковре А победил Алексей Кабулов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются борцы веса 61 килограммов, Александр Авелов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия. Посмотрите, посмотрите.
На ковре «Б» победил Ачир Даржиев, Бурятия.